маленькая утрица. Сегодня у меня суббота, да, суббота. Мой телефон, так, все мои игрушки здесь, на месте, значит, никто не заходил. Хорошо. Пойду пока посмотрю, что мне там по-русскому задали. Что по-русскому задали. Да-да-да-да, что там задали. Доченька, привет. А, привет, мам, что делаешь? Я сейчас готовлю еду. И пришла тебе сказать, что к тебе и твоя любимая сестра Джонни. Это ж Джесси. Джесси? А, Джесси, ее мама Джонни, да, ее мама Джонни. Ну, ты помнишь их. Да. Это моя сестра Джонни. Ну, я зовут Джесси. И твоя сестра. Да. Я поняла. Ну ладно. Я рада. Да, они как раз через 5 минут приедут. А, хорошо, иди, мам. Да, приедет моя любимая сестренка. Нет, я ее люблю, конечно. Но, к сожалению, я не сделаю. Ой, к сожалению, я не сделаю уроки. Хотя это даже хорошо. Мы с ней погуляем, поиграем в прятки, только чтобы она опять никуда там не уползла, там не спряталась. Ну ладно, жду. Через час. А, да-да, кто там, кто там? Я сейчас открою, чипок-чипок-чипок. Эй, привет, сестра! Ой, привет, сестра! Привет! Привет, сестреночки, как дела? Ой, все круто, я к тебе приехала в гости. Сейчас моя мама зайдет. Ой, ну что такая у меня? Ой, резвая. Сестра, ой, привет, я пропустила. Так, ну пойдем кофейку попьем, пойдем. Вы девочки, да? Так. Сестра, ай, какими судьбами у нас? Ой, ну мама, она хорошо, что сказала, что я еду к тебе в гости. Я уже собралась, ну, чемодан забыла дома. О, у тебя тут так много игрушек, заколочки. Твоя парта с телефончиком? Да, моя парта с телефончиком. Может быть, поиграем в прятки, во что-нибудь такое? Прятки? Да, с удовольствием. Но только я не знаю... Поиграем мы в прятки где? Дома или на улице? Конечно же, дома. Считай. Хорошо. Где этот угол? Вот. Я считаю до 5. Не могу до 10. 1, 2, 3. Ой, 4. Ой, как бы так сделать? Ой, сейчас, секундочку. 5. Я иду тебя искать. Цинц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 inц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 
блин, ты меня нашла. Да, я тебя нашла. Плохое место. Сейчас у меня стол упал. Ай, игрушки. Ну. Так, во что другое? Поиграем с тобой. Сестренка. Может быть, во что-то другое? А то что-то как-то не очень хочется. Ладно. А может, вообще на твоей карете покатаемся? Это мамина карета. Да ладно, давай покатаемся. Она же разрешит там. Может быть, даже в торговый центр. Абсолютно нет. Ладно, тогда просто покататься. Ой, с твоими игрушками я возьму искорку. Да, конечно. Я возьму вот эту луну. Покатаемся. Сейчас я прошу мамы. Мамуля! Да, девочки, вы чем-то недовольны? Нет, всем довольны. А тогда чего ты меня простила, Rainbow Dash? Ой, куколка упала. Ничего. Так, ну что ты меня просила? Ай, сейчас, секунду. Я тебя просила там, это, можно нам покататься с моей сестренкой на карете? Ну, и с куколками ненадолго, так, 5 минуточек. Ну ладно, только рядом с домом, хорошо? Не забудь потом ее поставить на место около дома. Да, пока, мам, пока. А сейчас я возьму, и сейчас карета моя приедет, и
Вот он, смотри, какая карета. Так, секундочка. Ой, простите, простите, секундочка. Сейчас. Давай заходи, сестренка, дальше. Ууу, карета! Игрушечки наши где? Вот. А другая игрушечка. И третья. Так, ой, как тесно. Закрываем. Ууу, так, едем, 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 едем. Едем. Ха-ха-ха-ха. А, помогите мне, помогите. Помогите, кто-то был. А, что? А, стоп, 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 стоп. А, ай, ай. Сестра, сестра, ты где? Сестра! О, нет, ее украли. Кто это был? Ой. Кто это был? Я даже не знаю, кто. Блинки, как плохо. Надо, главное, не говорить тете и маме. Жал, блин. Как такое могло допуститься? Пойду ее искать. Продолжение ждите в следующей серии. Часть вторая. Украденная девочка.